Ветер, дракон, бамбук. Как вы думаете, есть ли между этими словами что-то общее? На первый взгляд никакой связи, но на самом деле все эти понятия объединяет мадзян – китайская традиционная игра. Сегодня мы с вами научимся играть в китайскую классическую игру мадзян. Однако надо сразу сказать, что существует несколько версий игры мадзян. Есть спортивный мадзян, есть японская версия ричи. Мадзян наносит еще другое название маджонг. В переводе с шанхайского диалекта означает воробей, потому что щелканье костей напоминает щебетание воробья. Воробей – это птица сообразительная, и в игре вам тоже нужно проявить сообразительность. Выиграть мадзян так же сложно, как поймать воробья. У вас есть такие шпаргалки, где изображены все кости данной игры. Благородные кости, ветры и драконы. Каждый из драконов имеет определенное значение. Давайте поговорим сначала о красном. Красный читается джун, как центр, середина мира. В слове Китай тоже этот иероглиф присутствует. Джунго, серединное государство. В данной игре джун, красный дракон, ассоциируется именно с человеком, что человек – это центр между небом и землей. Больше всего очков по итогу игры начисляется, если вы собираете драконов – красного, зеленого или белого. Также к благородным относятся и ветры – восточный, южный, западный и северный. Из них мы можем собирать комбинации, так называемые панги, одинаковые. А чем отличается панг от чоу? Панг – это комбинация, которая состоит из трех одинаковых костей. Чоу – это последовательность. Сама игра мадзян предполагает собой выигрыш, который состоит из четырех комбинаций по три кости – и пара. Для мадзяна нужно 144 кости. Перед началом из них выстраивают игровое поле в виде китайской городской стены. Все кости лежат лицевой стороной вниз. В традиционном варианте в игре принимают участие 4 человека. Каждый играет сам за себя и символизирует какой-либо из четырех ветров. А как узнать, какой я ветер? Это очень просто. Каждый игрок берет кубики и кидает их по очереди. И у того игрока, у которого выпадает большее количество, тот и становится восточным ветром. Ход игры заключается в том, что каждый игрок по очереди берет одну кость или со стены, или с игрового поля и отдает взамен что-то из своих костей. Расскажите, а как появилась эта игра? По одной из легенд считается, что игру придумал Конфуций, древнекитайский философ, который жил в 6 веке до нашей эры. Однако это не так, потому что история игры в том виде, в котором мы ее знаем, пришла к нам не ранее 19-го, начала 20 века. Скорее всего, игру придумали образованная интеллектуальная элита, потому что в игре очень много отсылок к китайской философии и мифологии. В наши дни мадзян популярен среди пенсионеров, его можно заметить на улицах Китая веселых старичков и старушек, которые с удовольствием играют в эту игру. Однако и молодежь, например, мои китайские друзья, тоже играют в эту игру. Игра может продолжаться от 15 минут до 1,5 часов, и для победы нужны выдержка, внимание и немножечко везения. Впервые играли в мадзян Яна Глушецкая и Арина Жукова.